Безобразие не учинять! Я предлагаю лучшую цену. Моя семья занимается виноделием уже 4 поколения. Ой, с печальными результатами. Вашу кислятину пить невозможно. Поэтому мне, а не ему, вы должны продать Бельгард. Как должностное лицо, я действую от имени княжества, а Бельгард сейчас собственность княжеской казны. Главный казначей высказал личное пожелание, чтобы Бельгард попал в руки ответственного собственника. А говорят, у вас обоих большие неприятности в ваших собственных владениях. И пока вы с ними не управитесь, о продаже Бельгарда и речи быть не может. Ну и что? Доволен теперь? Все из-за тебя. Из-за меня? Да ты с ума сошла, девушка. Люди, слушайте. Объявляю, что Матильда де Верментино – проклятая психопатка. На проклятую она не похожа, но она очень разозлилась. Ты, должно быть, ей здорово насолил. А ты откуда знаешь? Ты большой знаток женских душ? Укротитель строптивых? Более того, я ценитель. Ну тогда, вижу, мы договоримся. Слушай, а вот эти мечи, ты их для парада носишь? Или и махать ими умеешь? Это мое орудие труда. Я ведьмак. Ты работы, случайно, не ищешь? Видишь ли, я хочу купить винодельню Бельгард. А эта крыса канцелярская ее не продает, пока у меня в коронате неприятности. Смотря какие неприятности. В общем, там все не здорово. В посадках завелись какие-то чудища. Мой управляющий пропал вместе с целым транспортом вина. Кто-то похитил травницу. Порядочно несчастье на одну винодельню. Знаешь, что я думаю? Я думаю, это все Матильда. Ее рук дело. Личико у нее сладенькое, а нрав как у дьяволицы. Так что, поможешь мне? Я могу этим заняться, но не бесплатно. Ну, разумеется. Какая твоя ставка? Звучит разумно. Похоже, это работа для ведьмака. Ладно, я тебе помогу. Я тебе, правда, очень благодарен. Спасибо. Моя винодельня к востоку отсюда. Ты точно не заблудишься. А теперь прости, надо поговорить с писакой. Может, еще что из него выжму. Ведьмак, правда? Я слышала, как ты разговаривал с этим болваном Лемом. Кошмарный тип. Такие вот хуже всего. Дерзкий взор, морда, как у эльфского полубога, а сердце подлое, черное. А, неважно. Так уж складывается, что я тоже хочу купить Бельгард. А в моей винодельне Верментино в последнее время дела, прямо скажем, не очень. Какое... стечение обстоятельств. Да какое там стечение? Я уверена, это Лиам решил подложить мне свинью. И не одну. У меня кузнец и бондарь странным образом исчезли. На делянке завелись какие-то кровожадные растения, которые людей жрут. На павлиньем таку тоже неспокойно. И дело в том, что если я не управлюсь со всеми неприятностями в Верментино, никаких шансов выкупить Бельгард у меня не будет. А потому давай ты поможешь сперва мне, а потом уже и Лему. Я заплачу в 2 раза больше него. Очень жаль, но столько у меня просто нет. Я чувствую, мы скоро договоримся. Ладно, будь по-твоему.
Я помогу тебе, хотя бы попробую. Чудесно! Ты не представляешь, как это для меня важно. Моя винодельня к западу отсюда. А я пока здесь побуду. Надо проследить, чтобы Лиам не выкинул какой-нибудь номер у меня за плечами. Ясно. Будь здорова. Сохраняй спокойствие! Безобразие не учинять! Княгиню и ее налепну! Скажи, что умеешь! Я обязан тебе жизнью, незнакомец! Как тебя звать? Геральт. Геральт из Ривии. Большое спасибо, сударь Геральт! Эти мерзавцы хотели уничтожить наши травки! Я думал, возьму молот и мразь эту разгоню! Но... стыд и срам! Их было слишком много, не справился я! Ну да хватит плакать над разлитым вином! Идем со мной в Верментино, там я подлатаю твой доспех или выкую тебе все, что попросишь! Ладно, веди. Могу я вам чем-нибудь помочь? Ну ладно. Виноградник, похоже, переживает не лучшие времена. Факт. Бывало и лучше. У нас ведь тут не только разбойники. Еще все время с этими паразитами желтыми боремся. Госпожа Матильда изо всех сил старается. Ну что тут поделаешь, если мужики на работу выйти боятся? Спасибо, до скорого. Серебро, да?
Наконец-то можно спокойно выпить. Не бывало. Ваше здоровье, ведьма. И что тут у нас? Письмо не могло тут оказаться случайно. Любопытно. Судя по этой записке и остальным уликам, за проблемами виноделен стоит кто-то третий. Надо найти место, о котором шла речь в письме. Готов поспорить, за дверью, которую открывает этот ключ, найдется что-то очень интересное. Этого следует, что за бедами виноделен стоял граф Криспи. Рассказать об этом Матильде и Лиам. Что за дегенерат может разводить такое? Надо их сжечь, пока они тут все не заполонили. Ростки архиспор. Что за дегенерат может разводить такое? Надо их сжечь, пока они тут все не заполонили. Мастер-ведьма, есть ли какие-то вести? Это винодельня, Бельгаард. Чем она так ценна? Сразу видно, что вы не отсюда. Бельгаард принадлежал графу Криспи, тому, который пал жертвой бестии. А Криспи, как человек состоятельный и со связями, превратил ее в цветущий рай, привез редкие сорта винограда, нанял лучших работников. Коротко говоря, чтобы не утомлять вас излишними деталями, объедини Бельгард еще с одной винодельней и получишь готовый рецепт успеха на рынке. Я нашел доказательства того, что все неприятности Короната и Верментина были кем-то подстроены. За всем этим стоит некий граф Криспи. Что? Криспи? Владелец Бельгарда? Это невозможно! Вот тут все написано. Действительно, у него был мотив. Он понимал, что если Короната и Верментина объединят силы, то у него не будет никаких шансов. Поэтому он решил их рассорить. И ему это удалось. Но его планы сработали не до конца. Им помешало бестия. Быть не может. Ты хочешь сказать, это не Лиам? Я все время был уверен, что это дело рук Матильды. В свете вновь открывшихся доказательств, было бы справедливо, чтобы Бельгард перешел под управление обеих пострадавших сторон. Погодите минутку. Вы предлагаете, чтобы мы сотрудничали? Да, это лучший выход. И он же самый выгодный для всех виноделен. Не верю, что я сама это говорю. Но я с ним совершенно согласна. Кажется, пора закопать топор войны. В общем, три винодельни не одна. Может и правда что-нибудь выгодаем на этом. Пусть будет так. Я рад, что мы пришли к согласию. Вопрос только в том, что станет с Коронатой и Верментину. Я был занят расследованием, так что там еще есть чем мне заняться. Но я совсем разберусь. Отлично! Великолепно! В таком случае будем ждать добрых вестей. Лавикина призван спасать Туссент?
У меня? Спасите! Из-за тебя помогите! Теперь? Ну, как угодно. Быстрее! Быстрее! Спасите! Помогите! На помощь! Отважный рыцарь! Я собирала травы для настоек, увлеклась, забрела к северу и тут. Успокойся, все кончилось. Эти мерзавцы меня похитили. Наверное, выкуп хотели за меня взять, но у мистера Лема столько неприятностей, он бы не сумел за меня заплатить. Но благодаря тебе все прошло. Если тебе вдруг нужны... Веди. Ну вот. Похоже, Лем не лучший хозяин. Он делает все возможное. Не его вина, что беды рушатся на его виноградник одна за другой. Да? А что за беды? Да взять хотя бы эти огромные желтые мухоловки! Уже с тропинки не свернешь, так и норовят откусить тебе голову! Прочь с дороги! Как ловко ты справился с этими поставщиками. Хорошая работа. Спасибо. Я и не думал, что ты когда-нибудь меня похвалишь. Ты всегда цеплялась ко всему, что я делал. Я не цеплялась. Я просто была с тобой искренней.
как и сейчас. И сейчас скажу, что ты здорово справился. Мастер-ведьма, есть ли какие-то вести? Я решил ваши проблемы. Короната и Верментина снова могут работать нормально. В этих обстоятельствах мне крайне приятно сообщить, что винодельня Бильгард будет передана в руки созданного государством консорциума, в который войдете вы оба. Правда? Поверить не могу! Получилось! Спасибо, ведьмак! Даже не знаю, как тебя отблагодарить! Для начала выплатить мне награду. С большим удовольствием. Прошу. Не хочу настаивать, но, по моему мнению, помощь ведьмака вам может еще понадобиться. Ну, не будем торопить события, прошу за мной. Пора вам осмотреть Бильгард. Не нравится мне его тон. Идем с нами. Что-то мне подсказывает, что у тебя еще будет работа. Ладно, идем. Я не случайно хотел отдать Бильгард в руки человека распорядительного. После смерти владельца винодельня пришла в изрядное запустение. Говорят, несколько работников погибло. Чудовища рыщут по округе. Прежде чем здесь обосноваться, придется справиться с этими неблагоприятствиями. Таково желание министра. И снова работа для меня. Если ты согласишься, мы с радостью примем твою помощь. Я могу помочь, но за даром не работаю. А нельзя ли самую малость подешевле? Хорошо, договорились. В принципе, я уже согласен. Ох, прямо камень с души свалился. Без награды ты точно не останешься, обещаю. Я возьмусь за это. Я управился с проблемами Бильгарда. Винодельня снова может работать. Превосходно. В таком случае, данной мне властью, объявляю вас владетелями Бильгарда. Надеюсь, вы приведете его к процветанию. Замечательно. Ах, я уже чую запах зреющего на солнце винограда. Мы не забудем того, что ты для нас сделал. Вот твоя награда. Но это не все. Навести нас чуть попозже, у нас для тебя будет сюрприз. Не премину. Бывайте. Рада тебя видеть, ведьмак. Ведьмак, рад вас видеть. От работы кони дохнут. А, ведьмак, на моей вина. Где ж это видано, чтобы рыцари на турнирах бились, а за помощью ведьмака с севера надо было вызывать? А, ведьмак, приветствую. Хорошо, что заглянул. У нас с Матильдой есть сюрприз. Я вижу, вы неплохо друг с другом поладили. Определенно. Когда оказалось, что ссориться нам на самом деле не из-за чего, все вышло даже довольно мило. И пикантно. И очень романтично. Можете больше ничего не говорить. Я рад, что у вас все хорошо. Какой еще сюрприз? У вас завелся еще один монстр? Нет, кое-что значительно более приятное. Мы создали вино, которая, по мнению лучших сомелье, может свергнуть с трона Эст-Эст. Своим успехом мы обязаны тебе. И если ты не против... Мы хотели бы дать вину твое имя. Как нам его назвать? Да чё ж там, белый волк. Дикая и с характером. Идеально! Если ты согласишься, мы будем регулярно присылать тебе пару бутылочек. Это честь для меня. Спасибо. Нет,
Это тебе спасибо. Удачи, ведьмак. Может, мясник из Блавикина? Сильное название. Мне нравится. Если ты согласишься, мы будем регулировать... Это честь для меня. Нет,